Саша, где мама? Вишнур Дриджар Криямуло. Вишнур Дриджар Криямуло. Вишнур Дриджар Криямуло. Вишнур Дриджар Криямуло. Ягьо Дарма Майя Пуман. Ягьо Дарма Майя Пуман. Ягьо Дарма Майя Пуман. Ягьо Дарма Майя Пуман. И ваши питри Бхутанам. И ваши питри Бхутанам. Devashipiti Bhutanam Devashipiti Bhutanam Dharmasya cha parayanam Dharmasya cha parayanam Dharmasya cha parayanam Dharmasya cha parayanam Vishnur Vijakriya Mulo Vishnur Vijakriya Mulo Yagyo Dharma Maya Fuman Yagyo Dharma Maya Fuman Devashipiti Bhutanam Ваши питри Бхутанам Дармасья ча парайанам Дармасья ча парайанам которого называют Яги-пуруши.
Дхарма Майя. Дхарма Майя. Вместилище религиозных заповедей. Вместилище религиозных заповедей. Пуман. Пуман. Верховная личность. Верховная личность. Дева Риши. Дева Риши. Полубогов и великих Риши. Полубогов и великих Риши. Таких как Вяса Дева и Нарада. Таких как Вяса Дева и Нарада. Питри. Питри. Предков. Предков. Бутанам. Бутанам. И всех остальных живых существ. И всех остальных живых существ. Дармася. Дармася. Религия. Религия. Ча. Ча. Также. Также. Парайнам. Парайнам. Прибежище. Прибежище. Суть брахманической культуры в том, чтобы ублажать Господа Вишну, олицетворение всех жертвоприношений и прочих религиозных обрядов. Господь Вишну – это высшая цель законов религии и прибежище для полубогов, великих питов и обыкновенных людей. Если уничтожить брахманов, никто не будет побуждать кшатриев совершать яги, и тогда полубоги, лишившись положенных им подношений, очень скоро расстанутся с жизнью. Комментарий Шрила Прабхупады. Поклонение Вишну – это основа брахманской культуры, поэтому Хиранья-Кашипу задумал убить Вишну, рассчитывая, что после этого брахманская культура разрушится сама собой. С разрушением культуры брахманов люди перестанут совершать яги, а это приведет к тому, что дождей будет все меньше и меньше. Яги от Бхагавати Парджаня. Весь мир окажется в бедственном положении, полубоги потерпят крах. В этом стихе ясно показано, какие беды несет человечеству уничтожение ведической арийской цивилизации и прекращение обрядов, проводимых брахманами. Калау Шудра Самбава. Современное общество состоит в основном из шудр, поэтому брахманская культура сейчас утрачена. По-настоящему восстановить ее чрезвычайно трудно. Но если люди, следуя совету Господа Чайтани, станут петь святое имя Бога, им будет очень легко возродить культуру брахманов. Из-за того, что людей, обладающих демоническими качествами, стало слишком много, культура брахманов пришла в упадок, а современные правители далеко не кшатрии. При нынешней демократической системе любой шудра может быть избран на высший государственный пост и получить бразды правления страной. Влияние Кали-юги отравляет все сферы жизни и в шастрах, это 12-я песня, 2-я глава, текст 13, поэтому сказано «Дасю праешу раджасу». В эпоху Кали правители будут действовать как дасю, разбойники. Не будет брахманов, которые давали бы людям верное наставление. Даже если кто-то и даст мудрый совет, ни один правитель не сможет ему последовать, потому что не будет истины кшатриев. Не только в Кали-югу, но и в былые времена, когда демоны набирали силу, такие злодеи, как Хиранья-Кашипу, стремились уничтожить традиции брахманов и лишить людей кшатрийского правления, чтобы создать в мире хаос. Конечно, в Сати-югу этот замысел осуществить было очень трудно. Однако в Кали-югу, когда повсюду так много шудр и демонов, предать забвению обычаи брахманов ничего не стоит. И возродить их теперь можно только пением Махамантры. Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе, Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе. Движение сознания Кришны, которое еще называют движением Харе Кришна, до того и было начато, чтобы с помощью этого совсем несложного метода возродить культуру брахманов. Тогда люди смогут уже в нынешней жизни обрести мир и счастье, а после смерти подняться на более высокий уровень бытия. В этой связи Шрила Мадхвачарья приводит следующую цитату из Брахманда Пураны. Ви праягьяти мулам ду харир итьясурам надам харир эва хисарвасья мулам самьян мадон рипам. О царь, демоны думают, будто хари, Господь Вишну, существует благодаря брахманам и ягьям. Однако на самом деле все, в том числе и брахманы, и ягьи, существуют благодаря хари. Поэтому, если широко проповедовать хари киртан, движение Санкиртаны само собой возродится,
И само собой возродится культура браманов, появятся истинные правители кшатрии, а это значит, что люди будут по-настоящему счастливы. Вишну двинча криямулу янгерла намая атма деварши питрибута нам дармасе чан параянам. Суть браманской культуры в том, чтобы ублажать Господа Вишну, олицетворение всех жертвоприношений и прочих религиозных обрядов. Господь Вишну – это высшая цель законов религии, прибежище для полубогов, великих питов и обыкновенных людей. Если уничтожить браманов, никто не будет побуждать кшатриев совершать яги. Тогда полубоги, лишившись положенных им подношений, очень скоро расстанутся с жизнью. Он Вишну, да, Кришна, Кришна, Шимати, Бхактивиданте, Свами, Динаме, Стоятся, Свати, Горы, Вани, Прачавини, Не вешешь шумирани, посчитали шарани. Чая Шри Кришна Чайтанья, Прабху Нитянанда, Шри Адвайта Радхакара, Шиваса Вигура Бхакта Винда. Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе. Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе. Шрила здесь описывает, каким образом возродится ведическая культура. Это вторая глава седьмой песни. Хиранья-кашипу, царь демонов, очень разгневан тем, что Господь Вишну, Господь Вараха, убил его брата Хираньякшу в страшном гневе. Вынашивает план, как уничтожить всю брахманическую культуру, как все разрушить. И потом он замечает, что его родственники, они в глубокой печали. И он начинает давать им наставления. Рассказывает историю царя Суянги. Был великий царь, и погиб в сражении, его жены так громко рыдали, что даже Ямарадж услышал, как они рыдают. Он принял облик маленького мальчика, начал давать им наставления и рассказал им историю птиц Хулинга. Были птицы, и у них были птенцы, и эти птенцы они попались охотнику, коварный охотник расставил эти свои капканы. И туда попались сначала птенцы, потом самка попалась, и потом самец. В общем, то есть вся семья оказалась в плену просто благодаря из-за скорби. Поскольку они были погружены в скорбь, они стали легкой добычей для этого охотника. Скорбь – это состояние двойственности. Ликование, скорбь – две противоположности. Материальный мир, он построен на этих противоположностях. Тепло, холодно, радостно или скорбно и так далее. То есть здесь постоянно мы оказываемся в затруднительном положении из-за того, что мы находимся под влиянием двойственности. Мы испытываем большие трудности. Но тот, кто поднялся над двойственностью, он уже не испытывает этих страданий. Они не имеют на него влияния. И Шрила Прабхупада здесь в комментарии описывает самый простой метод, как выбраться, да, из двойственности. Воспевание Харе Кришна. Харе Кришна, 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 Харе Харе. Харе Рама, Харе Рама, 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 Харе Харе. Самый лучший метод в эту Кали-югу. Другие эпохи давались какие-то другие методы. Но в Кали-югу люди не способны на какие-то сложные методы. Как в Сатья-югу, да? Люди могли 60 тысяч лет медитировать.
ум был спокойным, вокруг была атмосфера благости. Людям ничего не стоило сидеть на одном месте, медитировать. Ничто не вызывало беспокойства. Сейчас очень сложно практиковать этот метод. Отсутствует практически благость, страсть, невежество преобладают, и поэтому ум очень беспокойный, и просто сидеть и медитировать. Редкие люди, да, могут. В Гималаях есть, конечно, еще йоги, которые там сидят, медитируют. Но это единицы. А большинство, они не способны. Большинство людей, 99,99%, не способны на такой метод медитации. Ну, и поэтому Господь, Он приходит и дает простой метод Санкиртана-йоги. И Шрила Прабхупада говорит, что благодаря широкому распространению этого метода атмосфера в обществе целиком изменится. Если повсюду люди будут воспевать святые имена, слушать Шримад-Бхагаватам, принимать прасад, атмосфера коренным образом изменится. И Шрила Прабхупада также рассказывает о могуществе прасада, он рассказывает в истории Мадхавендры-пури. Когда Мадхавендра-пури, он обнаружил божество Гопала на Говардхане, он был погружен в медитацию, вот он мог медитировать неограниченное количество времени. Ему ничего не требовалось извне, он все находил внутри. Был полностью самодостаточным, поэтому он мог просто сидеть и повторять Харе Кришна. Харе Кришна, 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 Харе Харе, Харе Рама, Харе Рама, 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 Харе Харе. Он мог это делать день, два, неделю, месяц. Ему ничего не требовалось. Никого ни о чем не просил. Если ему приносили какую-то пищу, он мог поесть, если ему ничего не приносили, он постился. Был полностью самодостаточным, мог медитировать на святое имя. И Господь пришел к нему, принял облик маленького мальчика и пришел, принес ему молоко, он сказал, что Мадхавендра Пури, ты почему ты постишься? В нашей деревне никто не постится. Каждый может прийти в любой дом, попросить, ему дадут поесть. Но если кто-то ничего не просит, то я сам приношу. Мадхавендра Пури очень удивился, он спросил, откуда ты знаешь, что я пощусь? И пастушок сказал, деревенские женщины вот приходили к колодцу набирать воды и увидели, что ты здесь сидишь целый день поглощен паджан, поэтому очевидно, что ты постишься. Но в нашей деревне никто не постится, вот тебе молока, попей молока, а мне пора доить коров, но я скоро вернусь, заберу у тебя этот горшок. Выпил молока и продолжил повторять Харе Кришна. Харе Кришна, 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 Харе Харе. Харе Рама, Харе Рама, 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 Харе Харе. И так он всю ночь повторял святые имена. И когда уже начало светать, он задремал. Задремал и во сне он увидел снова этого мальчика. Он ему сказал, что я властелин этих мест.
Говардхан Дхари. Я уже давно нахожусь здесь под землей. Когда было нашествие мусульман, меня спрятали, пуджари в страхе. Спрятал меня, закопал в землю, а сам убежал. Вот, я уже давно здесь нахожусь под землей. Испытываю сильный жар, поэтому, пожалуйста, достань меня. Я уже давно за тобой наблюдаю. Когда же ты придешь и будешь служить мне? И Мадхандра Пури, он проснулся сразу же. Поразмыслил над этим сном, он понял, что сам Господь принес его молоко. И что он хочет принимать служение, и он сразу же отправился в деревню, которая находилась рядом. Аньёш. И сообщил о том, что Гопал вот здесь находится, в этой лесной чаще, и нужно прорубить дорогу и достать Гопалу. Поскольку это был чистый преданный, то все поверили ему. Представьте себе, если кто-то придет, он скажет, что вот можно тут через лес прорубить дорогу, и мы там будем кого-то искать. Вот, с чего мы будем тут идти в этот лес, прорубить дорогу? Но это была возвышенная духовная личность, и люди поверили ему, что нужно там прорубать дорогу, искать там кого-то, искать Господа. Взяли инструменты, проделали дорогу к этому месту, которое указал Гопал. И как только они начали снимать верхний слой земли, они увидели прекрасное божество. Божество Гопала, которому сейчас поклоняются как Шринатхаджи. И много людей потребовалось, чтобы поднять божество. Божество было очень тяжелое. Подняли на вершину холма Говардхан, это божество, поставили большой камень, и на этом камне установили божество, и начали носить воду из Говинда Кунды, подготавливать абхишеку, принесли панчагавью, то есть коровья моча, коровья навоз, молоко, йогурт и мед, да? Масло, масло. Мед это уже в Панчамрите, да? Панчамрите мед. Панчагавья там только продукты коровы. Принесли вот Панчагавью, Панчамриту принесли и начали носить сотни горшков воды с Говинда Кунды. Также все жители деревни, поскольку пришел сам Господь, они принесли все свои продукты, которые у них были в домах, принесли большие котлы, и брахманы начали готовить подношение Господу. И в это время Мадхавендра Пури начал совершать абхишеку. Была очень пышная абхишека. Шрила-Прабхупада подробно комментирует, описывая стандарты поклонения божествам. Был приготовлен большой пир, горы риса, овощи, сладости, молочные продукты. Целые горы пищи были предложены Гопалу. Мадхавендра Пури, когда он предлагал, он увидел, как Гопал все съел. Все съел, но потом он бросил свой взгляд, и все снова появилось. И когда праздник закончился, всех накормили, вплоть до собак даже там говорится, всех накормили. В ведической культуре заботится обо всех живых существах. И в соседних деревнях люди тоже узнали, что пришли.
пришел Господь принимать служение. И они попросили Мадхавендру Пури тоже разрешить им провести такую церемонию. Аннакута называется, да? Анна значит зерно или рис. И кута значит гора, да? Аннакута. То есть гора пищи предлагается Господу. Называется Аннакута Ягья. И поскольку в Вавраже деревень очень много, даже сейчас там много деревень, в то время их было еще больше, потому что больших городов не было, были деревни в основном, были тысячи деревень, и Мадхавендра Пури установил расписание, то есть один день на каждую деревню. И каждый день одна из деревень, она приносила все свои продукты, брахманы готовили, Мадхавендра Пури предлагал, потом всех кормили. Так продолжалось много месяцев, потому что каждая деревня хотела провести Аннакута Ягью, вручить все, что они имеют, Господу. Так много месяцев продолжалось. И после описания этой игры Шилпрупада дает свой комментарий. Подводя итог, он каждому стиху там дает комментарий, но подводя итог этой игре, он говорит, что вот так весь мир примет сознание Кришны. Если мы начнем кормить людей просадом, у них возникнет привязанность к просаду. Они откажутся от всей остальной пищи, будут есть только просад. И когда благодаря этому сознание людей изменится, они выберут такого же правителя, который тоже будет преданным. Так весь мир примет сознание Кришны, говорит Шилпрупада. Благодаря просаду. Просад, святое имя, книги. Весь мир изменится благодаря этому. И Господь Читания уже предсказал нам. Притхивидя чаята на городе Грам, Сарватра Прачара Хойбы Моранам. Моранам, значит, мое имя. Да? Сарватра Прачара Хойбы. Сарватра, значит, везде, повсюду. Прачара, значит, будут проповедовать. Да? Повсюду будут проповедовать имя Господа. Самые удачливые будут петь имена Господа. И это произойдет, еще сложно сказать, как это произойдет, но постепенно это происходит. Повсюду в мире люди начинают воспевать святые имена. Где-то уже довольно долго, да, то есть в Америке уже 50 лет люди воспевают святые имена. В других местах не так еще долго, да, чуть поменьше, где-то только начинают, то есть в Китае, хотя начали проповедь еще в 77 году, там Кришна Госвами отправился туда проповедовать, в 76 году начали в Гонконге проповедь, это Буриджан Прабу, да, в 72 году он начал в Гонконге, это было единственное открытое место для проповеди. И Шилпрупада лично попросил его туда поехать. Началась проповедь в Гонконге. И там есть храм. Единственное место в Китае, где есть большой храм. Но позже, когда поступили жалобы на Тамал Кришна Госвами, он приезжал в храм и всем брахмачарям говорил, это майя оставаться здесь в храме, поехали со мной. Так он опустошил все храмы, забрал всех брахмачарьев, и все президенты храмов, они приехали в Майяпур к Шриле Прабхупаде и сказали, мы не знаем, что делать, вот он всех забрал, нужно его как-то остановить. И Шрила Прабхупада вызвал Тамал Кришна Госвами и сказал, что мы отстраняем тебя от руководства группы Радха Дамодары. И в сердцах Тамал Кришна Госвами сказал, и что, мне теперь в Китай поехать?
Чтобы Прабхупада подумал и сказал, да, поезжай в Китай. Что, а что может? На Луну мне поехать? Или в Китай? В Америке это просто такая поговорка. То есть, если человек не знает, что ответить, он говорит, так что, мне теперь в Китай поехать? Вот, и вот он по традиции произнес эту фразу. Потому что Прабхупада увидел в этом волю Кришны. И отправил его на следующий день. В Китай на следующий день. Ну, через несколько дней он отправил в Китай. В это время также приехал Гопал Кришна Госвами с письмом из Москвы. Пришло письмо от международной книги, где они запрашивали полный каталог книг Шрилы Прабхупады. И Шрила Прабхупада вместе их вызвал. Это был 76-й год, март месяц, майапурский фестиваль, и он рано утром их обоих вызвал в свою комнату и сказал, ты в Москву, а ты в Китай. Поэтому в Китае вот уже проповедь 76-го года, в Москве 71-го года сам Шрила Прабхупада начал проповедь. Но в Китае, поскольку там все было жесткими рамками, ограничено, там пока только 1000 инициированных преданных на весь Китай. Но уже преданные проводят харинам, собирая большие залы, где воспевают Харе Кришна мантру. Шрила Прабхупада с вами в прошлом году вот проводил большие программы совместно с Бхакти Принкагаридой с вами. Они собирали залы по 700-800 человек, и весь зал пел Харе Кришна. Мантра-йога называется. То есть йога у них разрешается, а религия запрещена. Йога можно, да, пожалуйста. Поэтому вот мантра-йога проходит. Все религиозные книги запрещены, то есть Библия запрещена, Коран запрещен. Ну, Шримад Бхагаватам разрешили, то есть полные комплекты на китайском языке стоят в книжных магазинах. Само китайское правительство напечатало, заключили с ними контракты, оно напечатало полный комплект Бхагавата. Без цензуры? Без цензуры? Да. Вот, Шримад Бхагаватам как бы есть. Бхагавад-гита тоже? Бхагавад-гита, да. Сначала Бхагавад-гиту напечатали. Потом Шримад Бхагаватам. Сейчас вот группа преданных из Майяпура, русскоязычных преданных, ездила на Тайвань. На Тайвань это как отдельное государство. Тоже в Китае, но отдельное государство. Там они пару месяцев распространяли книги и так. Довольно хорошо брали книги. Они не очень читающие, но маленькие книги, по крайней мере, брали. С большими было сложнее. Буддийская страна Тайвань. Там практически все буддисты. Там можно выходить в вайшнавской одежде. То есть они очень хорошо воспринимают, видят сразу, что духовный человек. Очень хорошо харинама воспринимают. Но с книгами сложновато. Не любят читать вообще. Ну и проблема еще, что в китайском языке нету слова «бог». То есть там, не знаю, как они вышли из этой ситуации, когда переводили на китайский язык, потому что там только Будда есть, там Бога нет. Верховная личность Будды, или как они назвали Бога в китайском переводе. Нужно будет как-нибудь их спросить. Также сейчас в Америке вот широко распространяются арабские книги. Там на всех языках книги распространяются. На тамильском, на бенгальском, на хинди, на арабском, на китайском, на английском. Потому что там много разных людей. Со столиками в основном они распространяются.
преданный, который в прошлом году первое место занял по Америке, ну и практически одно из первых мест по миру, он со столика распространил где-то 60 тысяч книг за год прошедший. Его зовут Джай Чайтанья Прабу. Он год назад получил посвящение. И народ сам подтягивается, потому что йога сейчас очень популярная тема, стресс тоже. Он говорит, что пока таблички не было, у него уходило по 20 дней, где не уходило. Как появилась табличка, говорит, там чуть ли не очередь выстраивается. В Америке даже есть такое изречение. Когда бизнеса обучают, что нету рекламы, нету бизнеса. Есть такое высказывание. И он говорит, что вообще потрясающе работает табличка. Большая табличка такая. Издалека видно. Народ подтягивается. В интернете, в Ютубе есть его ролики, где он рассказывает, где он показывает, и прямо с места событий, как он распространяет, там все это заснято. Он был в этом году в Майяпуре, тоже рассказывал. И вот он 60 тысяч книг. Он вдохновляет людей целыми комплектами брать. Потому что по одной книге 60 тысяч книг очень сложно распространить. Комплектами попроще. Неделю назад он был на выставке, куда приезжают все библиотекари Америки, чтобы сделать заказы на книги. И там и разные издательства привозят свои книги. И он тоже решил поставить столик. И говорит, час-два почти никто не подходил. И потом подошел один человек, который давно интересуется. Они так с ним душевно побеседовали, и в это время начал подтягиваться народ, смотрит что-то интересное там. Вот и начали комплектами брать. Где-то 300 книг ушло. Библиотекари брали для разных библиотек комплекты. Слушали, о чем они беседуют, и брали комплекты. И вот у него всегда есть книги на арабском, на китайском, на разных языках, на индийских языках, потому что там индусов миллионы в Америке. И подошел один человек, оказалось, из Саудовской Аравии, заинтересовался, взял книгу, он начал с ним общаться. Сначала через интернет, потом он снова пришел, купил все книги, которые на арабском были. Начал джапу повторять. Вот. И сейчас поехал в Саудовскую Аравию уже с книгами. В арабских странах пока еще практически нету ни одного арабского преданного, в основном индусы. В Саудовской Аравии вообще ни одного преданного не было до этого момента. Вот первый появился. Несколько палестинцев у него тоже взяли книги, начали повторять джапу и уже в Палестину поехали с книгами. Им пришлось проезжать через израильскую таможню, через палестинскую таможню, то есть им через несколько таможен, но каким-то чудом они провезли эти книги, то есть их не остановили, не конфисковали, ничего. Палестина получила книги Шилапрупады. Первые. Постепенно это предсказание Господа читаем. Сбывается. То есть в самые удаленные уголки, которые были фактически недоступны для проповеди, сейчас постепенно попадают книги Шилапрупады. В аэропорту, когда мы ждали посадки на самолет в Дели, один индус, который летел в Арабские Эмираты, купил книгу Кришна. У меня была книга Кришна на хинди. Он боялся брать, я говорю, ну это на хинди, говорю, они тебе ничего не скажут.
конце концов взял толка дуба, потому что все-таки арабская страна, проверяют, что ты везешь. Ну, скажут для детей, вот, индийские сказки. Все равно они на хинди ни слова не понимают, так что вези. А когда летели из Москвы в Дели, наш рейс задержали в этом году на 7 часов. И оказалось, что у другого преданного целая пачка на английском языке и шипанишат. И две маленьких книги на хинди у него было. Я начал распространять, там полно было индусов, которые тоже этот рейс ждали. Вот, и был как раз Сарасвати Пуджа был этот день. Было 2 февраля или 1 февраля, не помню. Я их поздравлял, говорю, Сарасвати Пуджа как раз день, когда нужно получать знания, вот, держите. В этот день в Индии все начинают обучение. Самый благоприятный день для начала обучения. И попался один израильтянин. Он говорит, на хинди есть? Я говорю, есть. Давай. Хочу, говорит, на хинди. Выучить хинди. Взял эти две маленькие книги. На хинди индусы не брали. Он взял на хинди. Индусы на английском. Да, на английском брали. Сейчас из Израиля преданный приезжал в Москву, русскоязычный преданный. Там в основном вся община русскоязычная, в этом Тель-Авиве. В Тель-Авиве и в Хайфе, там три больших общины и все русскоязычные. В основном эмигранты из бывшего Советского Союза. Стали преданными, некоторые стали преданными там, некоторые просто эмигрировали уже. При распаде Советского Союза туда эмигрировали, будучи преданными. И они там харинамы проводят, книги распространяют. Активно действуют. Постепенно везде распространяется сознание Кришны. Они даже единственная, по-моему, религиозная организация, помимо вот, иудеев и христиан, которые зарегистрированы в Тель-Авиве, это кришнаиты. Потому что там очень ортодоксальные эти иудеи, они никого не хотят регистрировать. Ну, кришнаитов каким-то чудом зарегистрировали. В прошлом году, по-моему, как раз русскоязычная вот эта община пробила регистрацию. Непостижимым образом вот план Господа Читания он осуществляется, хотя 40 лет назад никто себе не мог представить, что вот в арабских странах будут преданные, в Китае, в Советском Союзе, да, это вообще было невозможно предположить, что вот в этих местах будут преданные, будут харинамы, книги. Постепенно все сбывается. И Шрила Прабхупада говорит, что восстановится ведическая культура, появятся брахманы, потом кшатрии появятся. То есть весь облик мира он изменится. В этом направлении немножко другую сторону. Сейчас очень сильно распространяется еще также мусульманство. Люди даже христианские очень много принимают мусульманство.
Почему так? В чем у них сила? Они следуют принципам. Есть принципы, потому что в христианстве практически никаких принципов не осталось. Просто приди, поставь свечу там или еще что-то. Или по телевизору посмотреть трансляцию с утренней службы. Почти ничего не осталось. А мусульмане, они очень такие строгие принципы. И людей это вдохновляет, что действительно люди поклоняются Богу. Не просто, когда нога заболела, а поклоняются Богу каждый день. Следует принципам. Поэтому даже в Германии, да, немцы принимают мусульманство. Потому что там много турков, большая турецкая община. Там каждый год закрывается около 10 христианских храмов, и открывается 3 мечети каждый год новых в Германии. Кстати, мусульманская. Другой факт будет. Трехцветная еще там такая луна. Вот такой вопрос уже касается преданных. Часто в процессе взаимоотношений с преданными или как-то в процессе, может быть, неправильной практики человек находится в таком пограничном состоянии. Он довольно-таки опасным. Когда у него практически нет материальных желаний, что-то уже ничего не хочется, понимаешь, что это как-то бессмысленно. Но сила заниматься духовной практикой, и в этом тоже какая-то тоже стоп. Так что можно, как можно помочь таким? Кормить просаном, выводить на хайдамы. Других рецептов нету, то есть Шрила Прабхупада дал книги, дал святое имя, прасад. И он сказал, что если мы будем строго следовать принципам и внимательно повторять Харе Кришна. Харе Кришна, 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 Харе Харе. Харе Рама, Харе Рама, 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 Харе Харе. То наша проповедь, она будет иметь силу. Наши слова будут иметь чистоту и, соответственно, силу. И это будет влиять. Если мы сами не строги, да, к себе, то наши слова не будут иметь такой силы, если мы не следуем, да, строго всем принципам. И едим не всегда просад, да, раз в неделю читаем Шримад Бхагаватам. Один стих, да, в неделю. То очень сложно будет как-то кого-то вдохновить. Поэтому нужно каждый день слушать Шримад Бхагаватам, питаться только прасадом, внимательно повторять 16 кругов. Мантра, избегая оскорблений,
причинам, почему засыпаем. То есть либо это апатия, да? Нету вкуса к святому имени. Или мы просто, может быть, плотно ужинаем, поэтому потом естественным образом засыпаем с утра. Если это просто неправильное питание, то измените режим питания. Если это апатия, то нужно слушать Шримад-Бхагаватам, обсуждать Шримад-Бхагаватам, повторять Святое Имя в обществе преданных. То есть Бхактивинода Тхакура на каждый из этих трех случаев он дает рекомендации. В двух случаях он говорит, это нужно повторять Святое Имя с преданными и вдохновляться, что вот они с энтузиазмом повторяют, и что я тоже должен с энтузиазмом повторять, слушать. А в третьем случае он говорит, единственный выход – это экадыши, праздники, то есть в такие дни поститься и молиться, чтобы преодолеть какие-то материальные желания, которые не дают нам слушать, повторять. Из-за того, что у нас какие-то сильные желания, нам очень сложно слушать, он постоянно куда-то убегает, нас какие-то другие ценные вещи интересуют, помимо Святого Имени. И мы не можем слушать Святое Имя. Он говорит, что это единственный вариант, это Экадаши. Это мать преданности, он говорит. Бхакати джа, Мадава Титхи, Бхакати Джанани, да, он говорит. Мать преданности. Очень большой силой обладают экадыши, еще большей силой обладают праздники. Можно получить сильный вкус, если мы погружаемся в воспевание, слушание. И так преодолеть вот эти вот какие-то желания, которые мешают нам слушать. Называют апатию, да, по отношению к Святому Имени. Кришна, ваш стиш. Подскажите, пожалуйста, вот на санкиртане иногда бывает, что ну вот видишь людей таких сияющих, позитивных, которые в принципе ну, возьмут книги. И как бы часто получается, что ну, как бы выискиваешь вот в толпе таких людей. Вот, и как бы чаще всего они берут книги. Но в то же время бывают ситуации, когда ну, вот совершенно бы в жизни бы не сказал, что этот человек возьмет книгу, а он берет. И вот такой вопрос, надо ли предлагать все-таки всем книги, или может как-то ну, стараться выбирать вот таких людей, которые ну, более-менее расположены или все-таки ко всем? Это зависит от нашего энтузиазма. Если нас переполняет энтузиазм, то можно подходить ко всем. Но по их реакции можно судить, сколько стоит с этим человеком времени потратить. Потому что некоторые сразу видно, это полдня. Можем рассказывать, они все равно скажут, ну ты меня не убедил. А некоторые видно, начинают сразу разогреваться, когда им рассказываешь. Вдохновляются, берут. То есть подходить можно ко многим, но по их реакции можно судить, сколько времени с ними тратить. Если человек не готов, то зачем ему час убеждать? Здесь много людей, которые могут легко взять книги без большой затраты сил. Читание Чандра из Бразилии, он по этому принципу действует, у него в день уходит 300 книг. То есть он не тратит время на людей, которые неподъемные, так сказать. Это как многие санкиртанщики такой приводят пример, это зрелый плод и зеленый плод. Висит вот, например, зеленое яблоко. Вот.
Если вы попытаетесь его сорвать, что будет? Может, и ветку сломать. Да, может быть, даже да. Придется ветку отрывать, потому что она не отрывается. А спелый плод, он сам падает. Не нужно усилий. Точно так же есть много людей, которые практически небольшое усилие берут к нему. Поэтому подходить можно ко многим, кто позитивно реагирует, то есть приятно использует какие-то жесты, что-то говорят человеку, и по его реакции смотрят, нужно подходить или нет. То есть, если он очевидно хочет избежать вас, то не нужно его ставить в угол и пытаться ему что-то рассказывать. Пусть идет дальше. Если он позитивно реагирует. Можно почитать историю о распространении книг. Это Шрила Радьюмна Свами рассказывает из польского тура. В какой-то момент я обратил внимание на человека, который стоял перед колесницей и, глядя на нее, покачивал головой, словно не веря своим глазам. Мне стало интересно, о чем он думает, и мы с Рамачутой подошли к нему. «Уважаемый, у вас все в порядке?» – спросил я. Не отрывая взгляда от гигантской колесницы, он произнес: «Невероятно! Неужели это правда? Это колесница Радхаятры?» Он знал правильное название. «Как? Вы знаете, что такое колесница Радхаятры?» – удивленно спросил я. На короткое время он повернулся ко мне, а затем снова впился глазами в колесницу. 9 лет назад я работал на шахте на юге Польши. Была угнетающая работа, к тому же еще и опасная. После того, как несколько моих коллег погибли под обвалом шахты, я решил не возвращаться в эту черную дыру. Я бросил работу и, сидя дома, взмолился Богу, чтобы он позволил мне... вызволил меня из этого ужасного мира. И как-то раз я пошел в библиотеку искать книги о духовной жизни. Просматривая полки, я наткнулся на читание Чайтамриту в переводе «Бхактивиданты с вами». Там было 9 томов. Я пролистал первый, ничего не понял. Однако все же решил взять книгу и почитать дома. Когда я подошел к столу выдачи, библиотекарь заулыбалась. Она сказала, что эта книга стоит на полке уже много-много лет. Я первый, кто ее взял. Я отчаянно нуждался в духовном знании и перечитывал эту книгу снова и снова. Постепенно мне стал открываться ее смысл. Через 2 недели я пришел за 2-м томом. Еще через 1 неделю за 3-м. Я больше ничего не делал, только читал день и ночь. Спустя несколько месяцев я прочитал все 9 томов, по крайней мере, по 2 раза. Я многому научился. Меня поразила личность Господа Чайтаньи, воплощение Бога. Там рассказывалось о 5 способах того, как полюбить Бога. Я никогда не думал, что духовная жизнь может быть такой насыщенной и глубокой. Мой любимый эпизод – это описание фестиваля Радхаятры, где Чайтанья пел и танцевал со своими последователями. И я сетовал на судьбу, что родился слишком поздно, из-за чего не имею возможности участвовать в этих исторических событиях. Периодически с вами упоминал какое-то движение, которое распространяется по всему миру. Движение, последователи которого поют Харе Кришна, по примеру Чайтаньи. Я несколько раз пытался писать по указанным книге адресам, но никогда не получал ответа. Я молился Богу, чтобы он помог мне найти это движение, но безрезультатно. И сегодня утром, когда, искупавшись, я лежал на пляже, вдруг я услышал, что группа людей поет Харе Кришна.
Сначала я слегка приподнялся. Не мог поверить своим ушам. Там было человек 100 с барабанами, цимбалами. Все выглядело так, как будто они сошли со страниц книги, которую я читал. Единственное, что меня смутило, это не было колесницы Радхаяны. Если это действительно последователи Господа Чайтаньи. И вот я пришел на фестиваль и увидел колесницу. Сначала я решил, что, возможно, вы делаете театральное представление. Затем подумал, может быть, это как раз то движение, о котором говорил с вами. Я взял приглашение, когда начался дождь, вернулся в отель, с нетерпением ждал начала фестиваля. Когда время пришло, я вышел из отеля, приближаясь к месту проведения фестиваля, я услышал пение и побежал, чтобы быстрее попасть туда. И когда я оказался у входа, оказалось, что там невозможно пройти. Столько было народу, невозможно было ничего разглядеть. Я постепенно начал проталкиваться через толпу и оказался на этом поле. Я был потрясен увиденным. Неужели это движение Господа Чайтаньи? И наконец-то я увидел колесницу Радхаятры. Я подошел и прикоснулся к ней. Наконец-то Господь услышал мои молитвы. И затем он начал расспрашивать, что ему делать дальше. Каждая книга, она может кого-то сделать преданным, даже самые сложные книги могут оказаться очень необходимыми кому-то, какому-то человеку. Поэтому мы должны предлагать людям все книги. И для кого-то хорошо маленькую книгу взять, а для кого-то он может начать даже с Чайтаньи Чаритамриты. В Швеции, когда Хригеш с вами напечатал, он всю Чайтаньи Чаритамриту в 3 томах напечатал. Атилила, Матсилила и Антилила. И всех преданных выгнал на улицу. Сказал, марафон. И они ходили вот с комплектом Чайтаньи Чаритамриты по улице. И первые дни у них ничего не брали, а к концу марафона у них по 100 книг уходил. Знаменитая лекция Хригеш Свами, «Штурм Стокгольма», где он рассказывает про этот марафон. Поэтому это удивительная возможность давать людям книги. И иногда у нас трудно выходят книги, иногда может так произойти, что все берут книги, если мы в этот день находимся на духовном уровне. Все будут брать книги. Нам не нужно будет проводить различий, вот, что к этому подходить, к этому не подходить. То есть там уже никакого значения это не будет играть. Все будут брать книги.
нас нету такого вот огромного энтузиазма, да, то мы можем, да, выбирать тех людей, которым наш, которым, которых легче вдохновить. Ну, и они будут брать меня. Что мы на этом остановимся? Радрачина Бхагаватам Гити. Джай! Рукмини Двадашинки. Джай! Вся слава собравшись.